Кафедра электронной журналистики оснащена несколькими лабораториями. Одна из них – студия, предназначенная для съемки новостей, ток-шоу, а также встреч с гостями и для лекционных занятий. Радиомонтажная – для вещания последних новостей и интервью с интересными студентами. Студентов на специальности электронной журналистики обучают профессионально владеть компьютерными программами дизайна СМИ, качественной обработке фото и видео. На базе университета не первый год выпускается журнал «Магнит», который создают сами студенты факультета. Двери кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана открыты для каждого, кто хочет стать квалифицированным специалистом в сфере журналистики. Новости. Творчество. Опыт. Монтаж. Вдохновение.